А, Никит, дебют в Лиге чемпионов, нервничал ли ты? Ты выходил на поле против лучшей команды мира, против победителя прошлой Лиги чемпионов. Какие мысли были в голове в этот момент? Да нет, не нервничал. Вышел прям, может быть, секунды три, наверное, а потом сразу все было нормально, уверенно. Ребята поддерживали, помогали, подсказывали и спокойно показывал свою игру. У тебя был выход один на один практически. За счет чего так удалось тут же обострять игру? Ну, мы разбирали команду. У них очень большие зоны. Нужно было открываться в эти зоны. Не все, конечно, получалось, но были хорошие моменты. Что сказал тренер на установке перед заменой? Он сказал: выходи уверенно, как ты умеешь, показываешь себя на тренировках, и все получится. Это твоя четвертая игра за «Локомотив», причем суммарно у тебя получилось сегодня времени больше, чем в трех предыдущих играх. Это придаст ли уверенность тебе на будущее? Что для тебя сейчас является главной мотивацией, чтобы там закрепиться в основе? Конечно, придаст. Выйти в Лиге чемпионов против Баварии. Это, мне кажется, мечта каждого мальчишки, который начинает только играть в футбол. Я буду только еще больше работать с каждым днем и надеюсь, у меня все получится. Мы тоже очень надеемся. Спасибо тебе большое.